Может быть, у вас за кражу? А, прочитайте, и не позорьтесь. Я могу с вами прямо сейчас поспорить. 1-0, полицейский. Привет. Технические свойства твоих рук позволяют тебе в бланк внести. Давайте еще там оскорблять начните. Вы провоцируете граждан, чтобы оскорблять вас начали? Чтобы потом статью пририсовать? Он просто играет. Не кричите, успокойтесь. Заявление. Успокойтесь. Секретная информация. Вы там, да, вот сидите там в дежурной части. Смелые. Давайте посоревнуемся. Не самый грамотный, но все же полицейский. Я понимаю, что ты меня сейчас просто будешь втыкать. Да ну хорош, ты че? Хорошо лизнул. Тебе сейчас до чистоты вылизываю. Здравствуйте. Что произошло? Товар некачественный, просроченный приобрел. Вы их заказ вообще, вы его оплатили? Частично, да. Частично что конкретно? Какие товары оплатили? Частично вывезли, может быть, у вас за кражу. А тут товар сзади у вас лежит. Я могу сюда подойти, взять товар, вернуться потом к кассе обратно. Так что не надо придумывать. Я понял. Замечательно. Мы поехали. А этот товар где лежал? Заявление директора. На прилавке. А где? Что, у нас за кассу нельзя с товаром выходить? Ну, у нас есть такое понятие, как кассовая линия в законе? Кассовая зона. Кассовая зона, есть такое понятие? За пределы кассовой зоны. Есть такое понятие в законе, кассовая зона? Ну, вы сейчас мне кажется, помещение нельзя покидать, а за кассовую зону можно выходить. Серьезно? Мне кажется, да. Ну, я так думаю, нужно с прокуратурой по этому поводу пообщаться, не со мной. С кем? Не суть. А вы представиться можете, с кем я общаюсь? Ну, вы не попросили, конечно, могу. Да я вас и не должен просить. Вы должны при обращении к гражданину представляться. Никак нет. Да как же никак нет? Мы, сотрудники полиции, должны представиться при чем? При обращении к гражданину. При первом требовании гражданина. Статья 5, пункт 4, полицейский. Прочитайте, и не позорьтесь. Вверх ногами я читать не умею. Еремеев Евгений Леонидович, майор полиции, до 20 ноября 2024 года. Все, полицейский вижу. Но закон вы знаете так себе. Я могу с вами прямо сейчас поспорить и открыть закон, посмотреть. Читайте, давайте. Давайте вместе с вами. Если вы уверены в своих знаниях закона. Закон о полиции, показываю вам. Статья 5. При обращении гражданину сотрудник полиции называет свою должность, звание, фамилию, предъявляет по требованию гражданину служебное удостоверение. Не при требовании гражданину, а при обращении гражданину. Вы ко мне обратились, когда спросили, что у вас произошло. 1-0, полицейский. Заявление писать будете? Естественно. Я вас для этого и звал. И ждал, точнее. Звал вас не я, а ППС. Вот именно. 1-1? Или что? А? Или считать дальше будете? Пока по закону я вас обогнал. Серьезно? По знаниям законов. Заявление-то примите? Абсолютно нет. Отлично. Или вы считаете нормально, что в магазине продается просроченный товар? Ну, слушай, мое мнение, зачем вам знать-то ее? Ну как, вы представитель власти. На чье мнение, слушайте, мне еще операторскому гражданину? Мое мнение на закон как-то влияет или нет? Я не думаю. На ситуацию власть в магазине ваше мнение может повлиять? На мое мнение нет. Ваше может? Нет. И рассказать вам как? Нет. Неинтересно? Закон. Саш, не кричи. Я тебе еще раз тебе говорю. Вызови сюда СОК. Это раз. Понял? Что? Здесь люди требуют изъять товар. Понимаешь? Произвести фиксацию, фотографирование. Понимаешь? Что? И вот. Так вы же можете сделать мы участковый. Мы еще ничего не требовали. Протокол осмотра составить. Ну, так это же нужно будет, наверное, фиксировать, да? Каждую вот эту вот. У вас же есть вот это, да, все это? У вас есть телефон, вы можете фотофиксацию сделать и потом таблицу приложить. У меня сломан, не фотографируют, понимаешь? Без проблем. Протокол осмотра двух понятых, то же самое все. Это нужен быть. Ну, так это фотофиксация же проще же произвести, правильно? Проще. Ну, а зачем сейчас нам ждать СОК, когда вы есть? Не самый грамотный, но все же полицейский. Технические свойства моего телефона не позволяют, понимаешь, зафиксировать. Технические свойства твоих рук позволяют тебе в бланк внести. Не тыкайте мне, пожалуйста. Ты только что ко мне на ты обратился. Свойства моего телефона не позволяют, понимаешь, зафиксировать. Ты мне сказал, понимаешь? Только после этого. Если ко мне, на вы, но я на вы я тоже. Тем не менее не тыкал, не говорил ты. Понимаешь. Я сказал? Понимаешь. Это не обращение на ты. Понимай и те, если понимаешь. Я уважаю но всех полицейских. Менее, я не сказал ты. Ну что, тем не менее, обращение на деле, ты. Да, здесь какая устраивать разница, сейчас клоунаду, понимаешь? Вы ее устраиваете, я прошу, примите заявление. Все, мне больше от вас ничего не надо. Я вас не прошу ничего больше. Просто принять заявление, составить протокол осмотра. Если у вас не позволяет телефон, двух понятых, вот человек стоит, кто-то еще стоит, согласится. Все. Согласен. Не обязательно фотофиксацию делать. Да, это проще. Но сколько мы сейчас будем да, ждать СОК? Вызови СОК. Все равно вызови СОК. Нужен, потому что я не могу эти еще раз говорю, произвести фотографирование. Еще раз говорю. Мне фотофиксацию нужно провести, понимаешь? До двух понятых и протокол осмотра. Александр, участковый вас обманывает. Может он все сделать? Фотографирование на свой телефон произведет и все. Еще раз тебе говорю. Ну, Сань, телефоном хотя бы своим. Чем? Я могу сфотографировать вам отправить. На WhatsApp? Да. Или куда-то вам? Просто ощущение, что полицейский не хочет служить.
Или работать. Давайте вы свои ощущения будете в другом месте высказывать, хорошо? Почему? В общественном месте я не могу свои ощущения высказывать, если я не нарушаю законодательство Российской Федерации. Я же не матом, слушайте, выражаюсь. Давайте еще там оскорблять начните. А я вас оскорблял когда-то? Свое мнение. Давайте высказывать свое мнение вообще. А вы знаете, что такое оскорбление? Вы знаете, что такое оскорбление? Я знаю. Вот. Есть оценочное суждение, есть оскорбление. А зачем? Вы провоцируете? Вы провоцируете граждан, чтобы оскорблять вас начали? Чтобы потом статью пририсовать? Зачем это надо? Я вас нормально просил, примите заявление, мне больше ничего от вас не надо. Вы начинаете провоцировать, в том числе своим знанием законодательства. Саш, ты меня слышал, нет? Можно или тут все? Да, конечно, проходите. Ну, полицейский уже сходу пришел сразу. Протокол принятия устного заявления прошу. В соответствии с 41 статьей ОПК. Ты понял, что здесь реально, он просто играет, на самом деле. Устное заявление. А, то, что я пользуюсь своим правом, я играю, да? Нет. Полицейский? Нет. А как тогда? Играет просто. Я предлагаю, вы не инвалид. А я должен быть инвалидом, чтобы подать устное заявление? Я должен быть инвалидом, чтобы подать устное заявление? Заявление? Не могу, естественно. Почему? Потому что. Но причина есть на это? Естественно. Капризы? Нет, ни в коем случае. Нет? Нет. А должна быть причина какая-то? У нас же есть 141 статья ОПК, в которой четко сказано, что гражданин может подать заявление как устно, так и письменно. Согласен. В случае устного подачи заявления заносится в протокол принятия устного заявления. Все это. Вот у меня сейчас протокола принятия устного заявления с собой нет, поэтому я вам говорю... Не кричите, успокойтесь. Заявление. Успокойтесь. Пустой листочек и пишите. Либо в такой бланк. Пустого листочка нет. Есть. Берете бланк заявления, переворачиваете и пишете. Сань, давай тогда это. ППС пусть подвезут. Попроси протокол устного заявления пусть подвезут. Я в устной форме приму заявление человека. Человек просто сам не хочет писать. Да с чего же взяли, что я не хочу? Нет, может, есть причины. Хотите, я вам говорю, сами напишите. Так может, есть причины какие-то? Да не кричите, вы успокойтесь. Говорю, есть причина? Вот. Естественно. Есть причина, да. Какая? Не буду я вам озвучивать. Секретная информация. Человек не хочет писать, хочет по протоколу устного заявления. У меня его нету. А почему? Закончился? Есть план объяснения. При роту пусть возьмет у тебя и привезет мне сюда бланк, который определенного образца. Ты вот я не могу понять, вот вы там, да, вот сидите там в дежурной части, смелые, сделай это, сделай то, я вас прошу оказать мне содействие. Вы что говорите? Давай, привези мне бланк, я приму нормальное заявление. У человека есть причина, по которой он не может написать. Но он эту причину не озвучивает. Вот так. Полицейскому даже дежурная часть не может содействие оказать. Интересно. Вы бы, если сразу не это начали бы сходу про кражу говорить, все было бы спокойно, адекватно. Но когда вы сходу говорить про кражу... Да почему? Понимаете, вот это вот я не с того, не к тому. Понимаете, вы сейчас свободно взяли сюда... Так где есть товар? Потому что да, здесь можно пройти, любой человек может подойти и взять сейчас товар. Да, я извиняюсь, я вот этого не заметил. Обычно, знаете, обычно как зал, он чем-то ограничен, правильно? Кассовые зоны вот здесь, в одном месте, и, грубо говоря, там, где входит, обычно стоит турникет, да? Ну, я вроде как бы так привык. А вот смотрите, поэтому в законодательстве и нет такого понятия, как кассовая зона. Территория магазина в данном случае, скорее всего, у них есть план эвакуации. Посмотрите, вон план висит, ограничивается вот этой дверью. Нет законодательства такой кассовой зоны понятия, потому что вот такое происходит. Бывает часто товар за кассой где-то стоит, вот тот же кофе самый. Вот я захочу подойти взять кофе. В данном случае, да, потому как здесь кассовая зона, она как бы вообще зона торгового зала не определена. Тут даже вот вода за кассовой зоной прям стоит. Абсолютно верно. Я, может быть, вот здесь не обратил внимания, а вы уже начали там это кружить, да, там 1-0, там т.д. Ну, давайте посоревнуемся. Давайте. Есть такие вещи, где, ну, я не знаю, где вы лучше меня, а где есть такие вещи, где я лучше вас. Безусловно, но закон, все-таки, я считаю, это то место, то поле деятельности, где полицейский всегда должен быть лучше обычных граждан. Я за другие не говорю вещи, возможно, вы там отличный танцор, не знаю, в бильярд круто играете, без проблем. Карманный. Все может быть. Вот так. Кто чем занимается. Ну, не суть. Я именно за законы говорю. Поскольку все-таки законы, мне кажется, полиция должна лучше граждан знать. Вместе семья, вместе страна. Вместе магнит. И вместе выпечка без маркировки и без упаковки. Вместе все вместе лежит. И вот вместе тележечка тухляка. Магнит – это выгодно. Я просто не понимаю, в чем сложность. Реально, ребят, я не понимаю, в чем сложность упаковать выпечку. Мне кажется, если сотрудник отдельно за это отвечает, но это быстро происходит все. Как минимум поставить даты? Здесь не дат, ничего вообще. Да, про маркировку я вообще молчу, что даты изготовления ничего нет. Хотя вон какая-то бумажка висит, смотри, сбоку. Давай посмотрим. Да. Может быть, нет, не то. Не вижу здесь даты изготовления. Может, ты видишь? Ребят, может, вы видите? Никто не видит. Вроде и состав есть, и условия хранения есть. Срок годности для неупакованного изделия 16 часов при температуре. 16 часов, понятно, от какого времени считать? Вы не подскажете, когда выпечка испечена? Что испечена? Да. Сегодня. А в какое время? Там 16 часов срок годности. Там же по часам считается.
Можно маркировку посмотреть на нее? Ну, информацию с датой изготовления, сроками годности и так далее. На выпечку уже нельзя, у нас пекарь там. А как же она продается, если у вас нельзя посмотреть информацию? Да, вот я покупатель, хочу уточнить перед покупкой. У нас на ежедневной основе выпечку изготовляется. Ну, информация-то есть для покупателей? Или некачественный товар сейчас лежит на прилавке? Почему некачественный? Тогда покажите мне, когда товар изготовлен. Не можете показать? Да, сейчас найдем. Я жду, хорошо. Просто вот купить хочу, но сомневаюсь в качестве. Да, вы уже купили. Но я еще хочу купить. Это не просроченное, если что. Это нет? Это развакуум. А вот смотрите, упаковано под вакуумом, видите, написано? А там воздух. Это какая-то обычная формулировка, как разгерметизация, что ли, получается, или как? Нет, это в законе, вакуум. В Санпине прям отдельно есть нарушение вакуумной упаковки, прям так и написано. А эти что? Мяты, такие запрещено реализовывать. Деформированные банки. В принципе, по Санпинам любой товар должен выставляться на прилавок в виде, в котором привез его производитель, изготовил производитель. Ну и про банки там прям отдельная статья есть, про деформацию банок. А где администратор? А вот я не знаю, она от нас бегала тоже. Ура. Паспорт. Я вам продиктую данные. Ну а я с кем-то должен узнать, что это вы, это вы? Нет, не должны. Почему? Потому что в 141 статье ОПК сказано, что вы должны внести мои данные в протокол. А то, что я вам предъявить документы данные. Должен, а как, я не должен. Как я должен определить ваши данные? Я вам продиктую, я же сказал. Так может вы меня обманете? Смысл мне подавать самому заявление и самому же обманывать? Доверие гражданам должно быть. А у вас полиция должна быть доверие? Знаете, вот по опыту иногда вот прям не хочется доверять. Но все-таки доверие еще есть полиция на самом деле. Я считаю, что есть хорошие полицейские, грамотные. Ну, паспорт. Так я вам продиктую. Я все наизусть помню. Прошу вас принять меры в отношении юридического лица АО «Тандер», так как в магазине «Магнит» АО «Тандер» расположено по адресу город Москва, улица Верхний Политдом, 45, корпус 3, 22.02.2022 года, 19:49, я приобрел в магазине просроченный товар, а именно напиток кофейный растворимый Нескафе, 126 грамм, сроком годности до 6.09.2021 года, и 20:53 я приобрел пирожное Мишель, да? 70 грамм с датой изготовления 31.01.2022 года, со сроком годности 21 сутки, считает вышеуказанный товар опасен для жизни и здоровья граждан. Вот так, друзья, а могли просто убрать просрочку и все, извиниться, убрать. И на этом бы все закончилось. Товаровед, может, вы нам подскажете по выпечке, как узнать, когда она изготовлена? Утром. Ну, а как это узнать покупателю? Утром, а во сколько? Во сколько, да, там просто время не указано. Выпекается каждый день. Вечером это все снимается после закрытия. Ну, а в какое время-то? Что? Ну, как узнать, в какое время? Тут 16 часов срок годности. А кулинар приходит в 8 утра. А то есть маркировка не должна быть для покупателей? Ну, как-то не должна, должна быть. Ну, вот, я вот и спрашиваю про это. Может, вы мне подскажете просто? Может, у вас спрятана она? Нам ничего прятать, чем она скрывать. Вот так сотрудник магазина признал, что да, должна быть маркировка, но ее нет. Такой товар некачественный, а люди ходят и покупают. И даже не могут посмотреть срок годности. То, что она не упакованная, я вообще молчу. А упаковывать вы не должны выпечку? Нет. Нет, не должны? Нет. А, Санпин на вас не распространяются? Ну, 18 плюс от 4 18. А, не просрочено, да, говорят? Нет, конечно. Полицейский посчитал, что просрочено. Я посчитал, что просрочено. 18 суток, молодой. Ну, человек, от 4-го. Ну, посчитайте. От 4-го 18 суток. Давайте вместе на пальцах посчитаем с вами. 4-е, 5-е. 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е, 11-е, 12-е, 14-е, 15-е, 16-е, 17-е, 18-е. 19-е, 20-е, 18-й день, 21-е. Сегодня 22-е. Не просрочено. Нет, конечно, Тём. Поэтому и просрочка на прилавках, потому что, по мнению сотрудников, это не просрочено. Нет, конечно. Полицейский посчитал, я посчитал, программа посчитала. Сотрудники говорят, нет, не просрочено. Девушка, администратор, позовите администратора. Марина. А? Марина. Кто у вас администратор? Я ночной. Вы? Администратор, да. А тот, который был? Сейчас я позову. Вот. Девушка, вы администратор? Да. Пойдем. Поучаствуйте. Паспорт можно ваш? Нету паспорта. Почему? Ну, какой-то документ есть? Да. Почему? Я живу через дорогу. Хорошо, тогда давайте с того, что медкнижка. Пожалуйста. А вы скажите, на Мазрас делаете закупленный просроченный товар? Делаем, конечно. Отлично. Не подскажете, что дальше будет с этим товаром, который просрочен? Утилизируете его? Естественно. Можем мы вместе с вами нарушить состав упаковки, чтобы он не попал на полке? Да, конечно. Отлично. У нас с вашим сотрудником произошел спор по поводу срока годности. 15 суток. Так, от 4-го. Вот мы с полицейским посчитали, что просрочено, ваша сотрудница сказала, что не просрочено. Сегодня вечером снять. Не, как же. Так, подождите.
Весь просроченный товар вскрыли, нарушили целостность упаковки. Надеюсь, он вновь не попадет на полки. На самом деле у вас странные инструкции, как вести себя с блогерами. Извинились бы, сказали, что да, просрочно уберем, и все, и мы бы ушли. Тёма, тебе видео сделали, ты благодарить должен. А ты еще возмущаешься. Ну, хочешь, чтобы все магазины адекватно в любой ситуации себя вели, чтобы не было просрочки. Видео, это, конечно, хорошо, но лучше, когда просрочки не будет. Все, друзья, денежные средства за все товары нам вернули. Красота. Хотели вас попросить также убрать некачественную выпечку сейчас с прилавка? Да, сейчас. Отлично. Вы скажите, когда мы сможем прийти, здесь появится маркировка? Завтра. Завтра? Хочется верить. Так, давайте, поздравляем. Я не это сказал. Я же рядом живу-то. Друзья, вы все поняли. Не выключайте это видео. Возможно, после окончания видео будет еще небольшая вставочка от нашего активиста. И вы узнаете прямо вот в этом же видео, исправились они или нет. Потом к участковому подъедут и потребуют. Понимаете, это документ, который, вот видите, если бы он подразумевал бы, так скажем, выдачу копии, здесь была бы графа «Копии получены» или «Копии выданы», где вы бы должны были бы расписаться, правильно? Что здесь ночью происходит? Что это такое? Откуда они там возят? Как ты думаешь, кто в них? В них, надеюсь, не тухляк. Все, друзья, отлично. Полицейский оставляет магазину на ответственное хранение товар. Товаровед расписочку написала. Также товаровед была иным действующим лицом в составлении протокола осмотра места происшествия. По сути, помогла же сама наказать в свой же магазин. Что, собственно, магазин закрыт, выпечку все убирают. Завтра наш активист к вам придет, посмотрит, есть ли маркировка. Всего доброго! Не травите граждан. До свидания. Ну что, друзья, вот закончился наш рейд в Магнит. В принципе, вы все видели сами. Сегодня нам помогал наш активист Максим. У него есть свой YouTube-канал. Максимка проверит. Ссылочку я оставлю в описании. Друзья, подписывайтесь. Ну, собственно, следующий день я вернулся в этот Магнит. Сейчас посмотрим, насколько они упаковали выпечку. Ну, собственно, выпечку они упаковали, потому что ее все еще нету. Класс. А, нет, хотя есть. Да, вот, упакованная выпечка. Все отлично. Все есть. Все, как обещали. Ну, думаю, собственно, и все и так понятно. Ничего они не упаковывают. Оно вот так вот и будет лежать. Обещали, сделали. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интереснейшие видео. Всем удачи, друзья. Вы у меня самые лучшие. Всем пока.